Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды. Так, и сегодня у нас понедельник, а значит, что сегодня будет обновление недели, и мы с вами начнем все заново, да, проходить. Но в данный момент мы на турнирной арене занимаем Лигу Сёгунов 3 звезды, ранг 60-й. Есть маленький шанс нам попасть в мастера. В общем, мы попробуем, а там уже будет видно. Так, давайте-ка начнем с задания, да, ребята? Я прошел одну серию испытаний и, к сожалению, там сфейлил одного из своих персонажа. Так, ну что, ребят, давайте попробуем, наверное, мы с вами еще немножечко побомбить. Вот здесь, ребята, я сфейлился. И вот хочу сейчас вот сюда рвануть. Но смотрите, в чем проблема. У меня все ребятушки покоцанные. И я не знаю, Рафаэль, наверное, сразу тут упадет. Давай, наверное, возьмем Рокзара. И все-таки я, наверное, возьму здесь Микеланджело. Да, я надеюсь, как-то у ворот нам здесь поможет. А сфейлил я, как видите, ребята, Зека. Ну что, попробуем. Ух ты, тут даже история какая-то есть. Шреддер, ах ты ж старомодный идиот. Как ты мог позволить этим отвратительным черепашкам и их мерзким двойникам из другого измерения нарушить мои идеально выверенные планы? Позволить? Это же из-за твоей некомпетентности они явились прямо к нам, Крэнк. Хватит, найди их, Шреддер, и ликвидируй, иначе я твою голову размещу на технодроме. Воу. Вы поняли, ребят, у нас тут, оказывается, сюжеточка есть. А я-то думал, что это просто так. Ну что же, давай смотреть, ребят, что у нас тут получится. Как видите, бойцы у меня покоцаны довольно изрядно. И не знаю, что у нас из этого получится. Естественно, будем хиляться, потому что уклонения, как вы видели, у Микеланджело пока нету. Все это дело в откате. Но я боюсь, его сейчас накажут, наверное, нет? Пока нет, ребята, пока живем. Слушай, можно применить вертушку, но я, наверное, все-таки буду бить вот таким вот ударом. Ой, не добили. А так, если сделаем? Ой-ой-ой, мимо. Так, провокации у меня тоже нет, к сожалению. Ух, хотя бы саблезубы, ребята, мы с вами накрыли медным тазом. Ну что же, давайте, ребята, попробуем дальше разбирать этих кланфутовцев, да? Так, две атаки, это хорошо, Майки, это очень радует. Массовая атака, да? Ну-ка, врежь ему. Молодец, Рафик. Так, ну что, давайте добьем, наверное, этого охламона последнего. Нет, предпоследнего. А вот теперь у нас будет последний олух. Мы его не уронили. Да что у него с инициативой? Что он так бомбит-то часто уж больно, а? Хорош, дядя, успокойся, иди отдохни. Уже заигрался, я смотрю, ты здесь. Ух ты, волна 2 из 2. Неужели Шреддер будет? Неужели у нас тут будет Шреддер? Да, ребята, который в свое время хотел похитить Лос-Анджелес, да, я так понимаю. Давай попробуем вот так для начала ему. Он 80 уровня, поэтому, ребят, не расслабляемся. Давай поджог еще сделаем. Слушайте, по-моему, сейчас кого-то он здесь накроет мне. Ох, ёкалымане, ядрить макарить. Ребята, у него довольно нехилый урон, вы сами это прекрасно видели. Но, тем не менее, мы будем продолжать его бомбить. Шреддеру здесь не место. Давайте попробуем через уклонение, может быть, нам это как-то зайдет. Фух, смотрим, что он делает. А, ну он... Что? Что? Он себе восстановил все здоровье. Эй, братюня, хорош, ты... Что, серьезно, что ли? Ты брось такие шутки-то мне. Ну-ка, давай, ребят, супер ударами. Все, что у нас есть, будем все применять против... Не падай, только... Хорошо, что он промазал. Вертушку, ребята, я пока не буду тратить. О, слушай, смачно, смотри-ка. Ить, блин. Рокзар, держись, молодец. Все-таки, ребята, работает, работает уклонение. Слушай, я хочу все-таки Микеланджело прокачать полностью его. Ну, по возможности, ребята, уклонение, чтобы все было у нас тут четко. И Шреддер пал. И это круто, я вам скажу. Ну вот, ребята, мы еще прошли с вами один уровень из смятения другого измерения. Так, давайте глянем тогда, что у нас там будет дальше. Угу. Мы можем с вами пойти... Ну, можно пойти в обход, в принципе, да. Я не хочу вот сюда идти в центр. Я знаю, что это очень плохо для нас может закончиться. А вот тут, да, дойти бы до Крэнга бы. Было бы красота. Так, давай посмотрим, какие тут, ребята, уровни у нас хотя бы. Подожди, а, я... Погоди, я... А, ну вот, да, все правильно. Так, 80-й, 78-й какой-то разносол здесь на самом деле. А какие вот здесь у нас противники? 79-й. Слушай, я, наверное, вот с них, пожалуй, и начну. Будем разбирать именно их. Слушай, ну согласись, что Микеланджело со своим супер-пупер уворотом здесь нам очень хорошо помог. Иначе бы Шреддер стопудово кого-то завалил бы. Ну, а так как он мазал, мы с вами здесь вырулили. Эть, смотри, самого малыша бомбят, а? Ты посмотри,
Так, надо кого-то, ребята, срочно в провокацию брать. А мне некого, поэтому Ксевьер Монтес получает по рогам. Ух ты, почти, ребят, накрыли. Не трогать, я сказал мне Микеланджело. Ну давай массовую атаку, фиг с ним. Не жалко. Да ну хорош, ребята, ну второго бойца потерял, а. Я, честно говоря, да что такое-то, почему не можем попасть? И тем более кто, ребята, вот этот вот сопляк нас завалил, ты понимаешь? Господи. Ладно, хорошо, давай посмотрим, кто у нас тут на второй волне. Так, Шреддер, Пиццелицей, ну тут вертушка однозначно зайдет. Так, бинго. Опять, ребята, опять ульта шреддерская. Рокзарчик, ребята, в критическом состоянии. Самое обидное, что я не могу восстановить своих павших, ребята, бойцов. Наверное, надо здесь Пиццелицей его все-таки наказывать. У него массовая атака, я не хочу, чтобы он ее применил. Но этого, по-моему, не избежать, да? Ай-яй-яй, Рафик, ну-ка ответь. Малорик. Слушай, ребята, эти массовая пошла атака. Господи. Слушай, Пиццелицей, короче, упал. Давайте хиляться. По мере возможности. Блин. Так, ладно. Что, массовая атака? Ай, со своими кланфутами, а. Ладно, ребята, я попробую его. Нет, не туда. Не туда. Я хотел Шреддера бомбануть. Ну, добей его. Так, отлично, ребят. Попробуем вот так вот его наказать. Бумс. Блин, постепенный урон не повесили. Ну, железноголовый, отлично. Красотулька ты моя. Нет, мы можем с вами, знаете, что сделать? Отхилить их за доллары. Но я доллары коплю, поэтому как бы сейчас это не актуально. Зато я знаю точно свой предел уже по проходимости. Так, ну-ка, а если мы вот сюда заглянем? Слушай, ребят, 79 уровень и 80. Ну, у меня все практически, ребят. Ну, вот плюнь на них, и они рассыпятся. Ну, вот смотрите сами. Вот Леонардо только еще более-менее жив. Железноголовый, Крис. Ну, ладно, хорошо. Давайте, ребята, до последнего. Хилять я их не буду. Как сольемся, так и сольемся. Фиг с ним. Немножко потом подраскачаемся. И, наверное, когда-нибудь да пройдем мы все-таки с вами смятение из другого измерения. Ой-ой-ой-ой-ой, ребятушки, ты смотри, что происходит. Да, во всем вина, ребята, то, что у них очень мало было здоровья. Ух, ты видел, как мы карай, змею карай с вами наказали? Просто с одной плюшки. Да, Рокзар, конечно, поплатился. И сейчас, наверное, тут у меня начнут сыпаться мои персонажики. Последние, которые остались у меня. Это Железноголовый, да, и Леонардо. Но Железноголовый не шутит, вы смотрите, он просто наяривает. Конечно, эту волну мы пройдем, а вот следующую вряд ли. Потому что там, ребята, будут у нас боссики, мини-боссики, да? Ну, элитные бойцы, бойцы, можно так сказать. И это у нас, в принципе... Нет, вертушки нету, эти меня теребунькают. Давай так попробуем, ребята, может кто упадет? Нет, никто не упал. Лео. Блин, он взял мне еще и... Понизил атаку, еще и захилялся. Вертушка пошла. Ай, зачем, ребята, сейчас минимальный урон будет. Да, все. Железноголовый, я буду по тебе скучать, родной. Да хорош, они хиняются, они хиняются. Блин. Да чтоб тебе, а. Давай, наверное, Маузера накажем. Тих, наказали, называется. О, все. Этот еще и в провокацию встал. Понятно, короче, ребят. Да, эти два хила, плюс еще Бакстер Муха хиляет. Ну нет, тут, ребят, без вариантов. Я не смогу, я даже этого не смогу пробить. Потому что он 80 уровня. Мало того, что, так еще и в провокации. Угу. А вот Леонардо, они мне, конечно, очень хорошо разбомбили. Эх, жалко, ребята, жалко. Ну, по крайней мере, я забираю весь ревард. Посмотрим, что нам тут выпадет. Хан, и все, и очки, и талик. Ну, ребят, это как-то несерьезно. Ну ладно, фиг с ним. Главное, что мы с вами поиграли. Я теперь знаю, докуда могу дойти. Там, кстати, совсем немножко нам осталось поиграть, чтобы пройти полностью испытание вот это вот. Так, ну а мы с вами, наверное, идем. Подожди-ка, у нас здесь что? Сразиться в боях. Так, ну что, давайте, наверное, мы быстренько с вами поищем ДНК. Начнем, как всегда, с морозильной кошки. Да где ты, морозильная кошка? Вот она, ребята. Давайте попробуем по-быренькому прошуршать здесь. Так, одну ДНК нашли, это уже радует меня. Так, здесь хотя бы мы компенсировали телепорт. Да, ребята, телепортов-то у меня маловато. Блин, неужели мне придет... Да, ребята, хотим мы этого или не хотим, я куплю все-таки 100 телепортов. Доллары мы копим именно на телепорты, да. Поэтому не грех их прикупить.
Так, подожди-ка, надо вернуться. Вот здесь вот у нас. Вот, 500 бакинских. Иначе, ребят, никак. Иначе никак, и мы с вами будем там... Что я, куда я бегу-то, сломя голову-то? Господи, я еще... Мне уровень персонажа, еще бои нужно пройти. А я уже на арену навострил свои лыжи. Так, где ты у меня? Иди сюда. Морозильная кошка, мы продолжаем... Нет, все, мы с ней закончили. Мы продолжаем тогда с вами искать... На Макмана ДНК. Где он у нас? Вот он, ребята, рядышком стоит здесь. И в ус, как говорится, не дует. Так. Минус, как говорится. Вторая попытка минус. Эй, хорош. Так, ну ладно. Хотя бы одного Макмана мы здесь получили. Так, второго. Второй есть. Слушай, это что, специально что ли заговор? Три, ребята, из шести попыток всего три выигрышных, но это очень плохой результат на самом деле. И теперь мне нужен Кейси Джонс. Где он у меня? Вот он. У него 31 ДНК, конечно, мало, но тем не менее, ребята, потихоньку будем искать и насобираем на него, и он потом у нас прапается. Так, отлично. Тут неплохо, ладно, сыграли мы. Здесь, как всегда, отвратительное начало. И пицца у меня, ребят, закончилась. Ну что, я думаю, что пора нам переходить на турнирную арену. Ребята, нам нужно выбиваться в топчик каким-то образом. Я не знаю, как у нас это выйдет, как у нас это получится. Но в мастера мы как-то должны с вами попасть. Просочиться, так сказать. И начинаем, наверное, мы вот с этих ребятулик. Да, я возьму вот этих вот. И я еще раз говорю, ребята, если что, мы потратим немножечко с вами откатов ради благой цели. Хотя, какая тут благая цель, да, на самом деле? Нам же нужно просто попасть в мастера. Ну, можно и не попадать, ну просто реворд-то. Реворд, он, знаете, он такой, он заманивает, ребята. Там же все-таки мы получим с вами золотые осколки, платиновые. В разы больше, чем будем просто в Сёгуне находиться. Так что, наверное, все-таки стоит немножечко позаморачиваться. Так, мне кажется, это кислая команда. Давай, наверное, мы возьмем все-таки Бакстера Стокмана, да? С его ультраволнами. Смертельная волна и волна маузеров. И будем потихонечку приступать к разбору полетов. Естественно, ребята, делаем супер вертушку, указывая на Эйприл. Опачки. А Паукус как подсобит? Молодец, Паукус. Обрадовал меня. Четенько сработано все. Так, ну что, тут, я думаю, ребята, никого они не смогут мне забомбить. А вот мы забомбили их всех. И давайте смотреть, как мы будем с вами повышаться. У нас какая там была? 61-я позиция, да? Так, ребят, 51-я. И куда же мы с вами перелетаем? На 39-ю. Слушай, это неплохо. Так, давайте, ребят, дальше прицениваться к врагу. И я думаю, что это будет у нас Иван. Начнем, наверное, с Ваньки мы. И набираем команду. Так, берем Рокзара. Беру вот этих, наверное, двух олухов, да? Также возьмем, наверное, с вами Зека и Железноголового. Да, скорее всего, так. Или же Микеланджело. Нет, Железноголового. Тогда зачем нам Рокзар? Да ладно, пускай будет. Пускай будет, если вдруг, ребята, что? Сделаем откат на Леонардо и возьмем его в команду. Ну, я трачу своих бойцов. Знаменитых, легендарных. Так. Морозильная кошка, вот тебе-то нам здесь и не нужно. Провокацию надо ставить. Наверное, ребята, все-таки провокацию придется поставить. Потому что я боюсь за Хана. Я боюсь, ребята... За Кирби, потому что в Кирби я совсем не уверен, что он тут выстоит, выживет или что-то может вообще сделать. Ну что, сейчас кошка, естественно, ребята, сделает отхил. Она без этого, ну, никак не может. Это однозначно, туда же к бабке не ходи. Все предсказуемо, а мы продолжаем бомбить. Ага. Так, ага, Крис Брэдфорд, ребята, делает дополнительную защиту. Ну, попробуем ультракрик. Ну, потихоньку, ребята, но разбираем. Так, кого нам надо? Думаю, что убрать не помешало бы, наверное, все-таки Леонардо вот этого. Ну-ка, с ноги. Так, теперь попробуем Криса, наверное, да? Вот так вот. Оп, мимо, понятно все. А если так? Оп, отлично. Так, Микеланджело. Ой, мам, вот ты хорош, ты успокойся, роднуля, ты че? Так, да что ты будешь делать, ребята? Они моего... Промахнулся, это была массовая атака, да, оказывается? У Леонардо есть... Эй, да чтоб тебе, а как я... Блин, Рокзар, елки-палки. Ну, ребята, конечно, он здесь не виноват, виноват я. Я как всегда продинамил вспышку.
что у него исчезла провокация. Но это отвратительный был матч. Отвратительный для меня был он. Блин, я сам на себя злюсь, я не могу. Ну, двух бойцов, ну что такое, а? Ну и что там, 35-я позиция, наверное, будет у нас максимально, да? 39-я. Еще лучше. Спустились, как говорится, с небес на землю. Так, Владимир, все, ты попал под раздачу. Меня не волнует ничего, что ты там думаешь. Ты попал под раздачу. Ребята, до 30 откатиков себе, если что, понизим, да? Потому что у нас там еще будет 2 реварда, и мы там обязательно с вами... Да... Так, тихо. Блин, я не могу, мне провокатор здесь нету, ты понимаешь? Так, уйди отсюда тогда. Давай, наверное, мы возьмем лучше все-таки Змейка Вьюна здесь. Крис Брэдфорд там еще у нас завис. Я не знаю, что с ним делать. В общем, здесь надо уничтожать, конечно же, в первую очередь, наверное, все-таки вот этих вот кроликов, да? Состоящих из маузеров. Да, Лео, ты, конечно, сдаешь маленечко позиции. Сдаешь, родной. Не вытягиваешь. Так. Ну что, давай, наверное, крикнем, и они упадут. Я думаю, что будет именно так. Ну, вот здесь вот отлично, ребята. Давай посмотрим, куда нас перекинут. Мне, ребята, 5 часов нужно ждать еще. За 5 часов меня могут здесь скинуть не один раз. Понимаете, к чему я говорю? Поэтому нам нужно, если мы даже попадем в мастера, где-то 50-я позиция, чтобы быть на 100% уверенным, что мы на ней и задержимся. Так, ну что, погребной? Погребной. Давай возьмем погребного, фиг с ним. Так, берем опять же, ребят, Леонардо, беру Криса, беру Микеланджело и... вот так, наверное, да, сделаем? И фиг знает, давай, наверное, тигра возьмем все-таки, да? 50-й уровень, это очень-очень большой риск. Или же взять все-таки Рафаэля. Блин, они так и напрашиваются, что возьми Рафаэля, возьми. Я бы с радостью бы взял бы, но... Блин, ребят, ну хорошо, все. Тогда Крис зачем мне здесь? Эй, Микеланджело 72 уровня с уклонением. Может быть, все-таки, ребят, может быть, все-таки прокатит, а? Уклонение у нас. Я сейчас взял большой риск на себя, взяв команду нейтрализатора. Если он сейчас не сможет уклоняться достойно, его распылят, ребята, в труху, поверьте мне. Так, ой. А вот это сейчас был нежданчик для меня на самом деле. Я не думал, что вот так все произойдет. Что двоих чувачков Леонардо просто с вертухана разбомбит. Так, давай мы вот этого вот начекрыжим. Ать, хорошо. Рафаэль, успокойся, смотри. Видите, ребята, уклонение работает. Но какая-то периодичность у него очень странная. Слушай, я сохранил себе Рафаэля. И я, знаете, что думаю? Если мы возьмем сейчас и откатим Леонардо, и с Рафаэлем они должны как-то спеться. Не знаю, как это будет выглядеть. Ну, какая позиция? Да блин, 18-й, всего лишь 18-й. Мне не хватит, ребята. Так, давай здесь заберем. Так, поднять уровень персонажа. Поднимем уровень персонажа. Только вот кому? Вопрос, у меня интерес такой возникает. По укусу, может быть, а у нас хватит? Да, ребята, у нас хватает мутагена. Все, он у нас 58 уровня. Нам это, конечно, ничего не дает, но все-таки. И забираем остатки роскоши, которые здесь у нас залежались. Ну что, ребята, отправляемся опять же на турнирную арену. Придется нам, наверное, все-таки Леонардо откатывать. Да, господи, смотри, 69-й, 66... Ну, вот это вот самый слабый, Владимир у нас в данный момент из всех. И вот так вот я беру, ребята. Так вот я беру и делаю. Очень опупеннейший просто, ребята, не сказать какой риск. Ну, вот так вот я еще сделал. Ну, потому что, ну, не хватает у меня, ребята, имбовых бойцов. Опять ты? Ты опять здесь появился? Господи, я даже не обратил внимания. Владимир, не шуткуй. Поехали, ребята, бомбочка от Зека для начала. Для разогрева. Теперь вертушка, слушай, может быть, даже упадут все. Может быть. Ну, львиная доля упала. И я, наверное, беру все-таки провокацию. Но Донателло, ребята, может запустить сюрики. Об этом не стоит тоже забывать. А ну-ка. Эть. Слушай, ну неплохо все равно, да? Давай попробуем пробить его. Усаги, не подведи. Эть. Как всегда мимо. Как всегда мимо. И... Нет, ребята, он делает защиту. Слушай, ну по мне... По мне так лучше пускай делает защиту. О, радость, ты приплыл. И добивочный по Донателло. Слушай, ребят, ну здесь вот мне понравилось. Ну, конечно, тут такая командочка. Не читая, конечно, Усаги и
А он слабенький у нас, ребят. Ну, перейду. Да что тебя. Так, ребят, давайте посмотрим немножечко по времени. Смотрите, у нас до конца буквально 5 часов, да? 5 часов. Для того, чтобы откатились у меня бойцы, давай глянем по таймингу. Ну, предположим, я возьму... Да любой бой можно здесь взять и посмотрим, ребята. Ах ты, ядрить тебя на корень. Ребят, смотрите-ка. 7 часов с половиной. То есть, в любом случае, у меня не получится. Блин, меня ж бесит. Зачем я тогда тратил откаты? Ладно, ребят, ранг 5, пока мы на этом с вами и остановимся, пожалуй, да? Так, а что мы еще могли или хотели с вами сделать? Кто-нибудь помнит, мы здесь с вами все делали, что нам нужно? Или не все? Так, что здесь мы можем... Оу, а может быть попробовать? У нас сыр есть, все равно, ребят, можно его куда-то с пользой для себя потратить. Так, Микеланджело видение выпадает, Рафаэль, который у меня есть... Леонардо, ядрить тебе на корень. Есть у меня этот Микеланджело фильм. Так, сгодится. Леонардо, видение, отлично. Так, кто еще? Рафаэль, видение, шикандос. И Донателло. Нормуль, кстати, ребята, смотри. Так, все, все, сыр у нас, к сожалению, закончился. Так, ну что, тут еще, наверное, должен быть когда-то откатик произойти, да? Мы должны будем получить с вами бабосики и так далее и тому подобное. Так, здесь мы обменяем 210, да? Неплохо. Тут 70 на ДНК. На кого мы еще с вами получали? Ни на кого больше, да? А, нет, смотри-ка, здесь есть. Обмениваем, конечно же. И вот теперь уже, по-моему, да, ребят, по-моему, уже все. Ну что, я думаю, что, наверное, мы будем с вами на этом закругляться. Это что оно там? Пицца. Ну, пиццу я, наверное, за кадром набью. И, ребята, еще попробую поискать на Кейси Джонса, мы же вроде бы его не полностью, да, нашли. Нам сколько-то там не хватило, чтобы найти. Ну-ка посмотрим. Да, ребята, еще две попыточки можно поискать. Я так уж и быть сделаю, но это уже будет за кадром. Пока я пиццу набью себе, пока то все 5-10. Опа, Донни, давай-ка тоже отдавай 140 сюриков-то. Нифига ты прихапал себе там на кармашек. Как говорится, ДНК ляжку жгет, да? Ну что, ребята, все. Остаются у нас 5,5 часов, да, мы с вами встречаемся уже на новой, как говорится, откатной неделе. И будем смотреть, кто будет в этой неделе у нас фаворитом, кто будет разыгрываться. Если кто-то стоящий, конечно же, мы будем с вами тратить все. Все, что у нас есть, все эти деньги, все откаты, все телепорты. Помимо того, что мы еще с вами за эту неделю набьем примерно столько же. Ну, а с вами был Рэй, всем пока, всем удачи и до новых, ребята, скорых видосиков. So you don't know what you're doing, and the walls are closing in. Just remember where we're going, and remember where we've been.